Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня на ремонте телевизор Samsung UE49NU7170. Данный телевизор поступил с проблемой подсветки. Как вы видите, работает только одна половина экрана. То есть, судя по всему, у нас исправна только линейка с одной стороны. А с другой стороны, как вы видите, просто черный экран. Сейчас необходимо будет разобрать данный телевизор, что довольно-таки непросто, так как этот телевизор собран без каких-либо болтовых соединений, то есть здесь нету никаких винтов на крышке корпуса. Для того, чтобы разобрать данный телевизор, снизу имеется вот такие вот отверстия. Сюда просовываем отвертку до упора. Отщелкиваем, упираемся тем самым в корпус матрицы. И далее приходится практически буквально отрывать крышку корпуса. Ну и с другой стороны проводим ту же самую операцию. Крышка корпуса демонтирована. Платы здесь также закреплены без каких-либо болтовых соединений. Первым делом необходимо убрать все лишнее, а именно снять динамики. Далее подцепляем в местах крепления защитную рамку. Вынимается она достаточно просто. Освобождаем плату матрицы. Далее необходимо будет вынуть саму корыто. Держится она вот в этих вот точках. То есть вот оно крепление. Их достаточно здесь большое количество. Я вынимаю корыто следующим образом. На себя слегка его приподнимаю и отгибаю пластик в местах крепления. Итак, матрицу я вынул, точнее, корыто из матрицы держится сейчас везде на углах только, все приподнято для того, чтобы ничего не упало. Ну, остается только уже вынуть саму корыто и смотреть подсветочку.
Подсветка находится с нижней стороны, там где у нас идет плата матрицы. Ну и естественно все шлейфа. Вынимать я буду чуть позже, уже не на камеру, так как места здесь достаточно мало, чтобы камера не мешалась. Ну, естественно, два человека, помощник уже будет помогать, так как одному тут явно делать нечего. Итак, вот она, подсветочка. Ну, если так сказать, вроде ничего такого страшного. Да, есть подгоревшие светодиоды. Но... поднимаем всю вот эту конструкцию и видим вот такую картину, что светодиоды тут просто прикипели, сам световод от температуры аж деформировался, ну и вон как его повело, там весь волнами он идет. То есть светодиоды его достаточно хорошо перегрели. По поводу ремонтов вот таких вот телевизоров, официальный сервисный центр, точнее авторизированный сервисный центр, поступает следующим образом. Они не меняют саму подсветку на моделях, вот на этих, то есть на все линейки вот этих вот серий телевизоров. Не меняется подсветка, меняется целиком, полностью вот эта вот часть вместе с матрицей. То есть и по стоимости, например, если этот телевизор, грубо говоря, стоит 28 тысяч, то будет 29 замена. Взамен неисправной была приобретена новая подсветка. Ну, это, конечно, не оригинал. Моделька 49NU7300, 7100. То есть проблем найти ее нету, но это не оригинал. Оригинала вы не найдете. Светодиоды здесь совершенно другие. Так, короче, вот он весь масштаб бедствия. Такой пластик, в принципе, есть, но ждать его несколько дней. Это раз. Во-вторых, стоимость данного пластика 5000 рублей. То есть, что достаточно многовато уже. Проще, конечно, купить было телевизор битый и поменять просто-напросто матрицу. Ну, имеем, что имеем. То есть делаем так, как вот есть. Ставим поврежденный пластик. Сейчас необходимо будет убавить ток подсветки. Для этого необходимо будет поменять токовые датчики, точнее два резистора. Вот они у нас находятся. Сопротивление каждого резистора 1,7 Ом. И также параллельно каждому резистору припаяны еще по СМД резистору на 33 Ома. По спецификации на самом блоке питания указано, что
подсветка у нас имеет в 2D режиме, то есть у нас здесь 3D нету. 370 миллиампер. И также модель самого блока питания L55E6NSM. Ну, либо BN44-00932B. То есть вот здесь вот у нас точечка, указывается, какая модель. Также выпаиваем резисторы на 33 Ом. Ставить я буду в каждый канал параллельно по 2 резистора на 4,7 Ом. Сопротивление в данном случае будет 2,35 Ом. Сейчас необходимо будет полностью собрать телевизор. Ну, собирается он достаточно просто. А по поводу пластика, почему, например, не перевернул его на другую сторону, там где не поплавлено. То есть сам пластик нельзя перевернуть по той причине, что это не просто пластик, это линза Франеля. То есть там имеются риски, то есть не просто ровный пластик, а имеются специальные риски. То есть это не обычный пластик, это, в общем, специальный оптический элемент. Если перевернуть, то свет уже будет рассеиваться неровно. Внизу, например, где подсветка, у нас будет сильные засветы, а уже кверху свет уже не будет так распространяться ровно, и будут темные области. Собрал я полностью телевизор, ну и вот оцените масштабы бедствия. Здесь в углу достаточно такой большой засвет, ну и также имеются засветы светодиодов, то есть точками у нас идут как раз до половины экрана. Ну а так, в принципе, смотреть можно, если не обращать внимания на засвет в углу. Ну а на этом моменте я свой ремонт завершаю. Всем, кому понравилось, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забываем ставить колокольчик для того, чтобы приходили уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.